Они не встречают меня. Аслан с девочками встречает. Да, привет, Вау-Вау, 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 а где еще одна? Вон она, вот она, красоточка, да? Ой, Аслан забегал, да? Да, мой хороший, такие, когти точит. Лёшечка. Лёшечка. В сторонке держится Лео от них. В сторонке держится. И немножко некомфортно пока. Да? Вот они все здесь. Вот она, Лола. Лола, привет. Привет. Лиза Медея. Аслан. Привет, мой хороший. Привет, мой маленький. Да. Две разговорчивые болтушки. Такой красивый кавалер у них. Такой красивый кавалер. Вот он улегся. Вот он улегся. Вот он маленький, какой красивый. Вот он, золотые мои. Сейчас будем угощаться. Сейчас, да. Есть копыта. Есть курочка. Сейчас мы первому, конечно, дадим Аслану. Опа. О, какой. Скорей, близко. Прошу прощения, не очень удобно. Держи его. Лео, иди сюда. Лео, скорей. Лео. Давай скорее, беги. Давай. Вот, всем по курочке. Досталось. Вкусненько, да? Вкусненько. Вкусненько. Чего еще? Да? Ну что, мой хороший? То. Слушайте, ну, на вас у меня столько нету. Да. Аслан, ну ты чего? Ой, Тимур, золотой. Ой, какой красивый Аслан. Да, вот такой красивый. Вот такой красивый. Кто-то писал, что он прям очень худой. Он стройный. Не толстый, но я не вижу у него ни выпирающего хребта, ни ребер. Да? Скажи. Да, мой хороший? Да? Волка. И девочки хорошие. Нет, не волка. Это Лиза Медея. Вон она, волка. Вот она. Пошла курочку искать. Да? Так, ребят, у меня останется, если я к вам еще раз приду. Да. Сейчас пойду Катечку искать. Катю пойду искать. Да, мой хороший.